Антикоррупционное воспитание. Почему бы и нет, подумали российские исследователи и объявили в регионах конкурс под названием «Честно Родине служить». К проблеме взяточничества подошли творчески. Воспитанники детских домов и дети сотрудников управления подготовили рисунки, сочинения, электронные презентации. Вот, например, работа одного из победителей. Ангел взывает к честности. Дьявол предлагает забыть о достоинстве и приступить закон. Дату для награждения победителей выбрали не случайно. 9 декабря, Международный день борьбы с коррупцией. Петр получил свою первую награду из рук начальника регионального управления. Он написал лучшее сочинение. В будущем мальчик собирается пойти по стопам отца и стать следователем. Я представляю коррупцию тем, что это как бы дача взяток, это довольно плохо, это портит экономику, нарушает закон, и я считаю, что не должно так быть. Ну, я не считаю, что нужно как-то усиливать закон, я считаю, что нужно это просто как бы выставлять таким образом, что это стыдно, это неэтично, вообще нарушает закон, портит экономику, как я уже сказала.